Ну вот, уже весь мокрый сижу. Один порог успешно преодолели. Ну, в мокрых трусах теперь. Он полетел. Да, вон он. Красавец. И выше полетел. Это журавль или аист? Я их путаю все время. Да, их тоже не разрешаю. Журавль, аист, сапля. Да, все одинаковые какие-то, похожие друг на друга. Ну не знаю, но люди какие-то слышу. Грибники, наверное, какие-то. Погода хорошая. Да, распогодилась, слава богу. Надо местечко найти. Грибов посмотреть, да просушиться, блин. Эту байдарку чуть-чуть осушить после тех порогов. Надо ж, как я их не заснял. Я с полной уверенностью, что снимал. Ну так интересно, как ты порожек поплывешь, так немножко адреналинчик. Да, адреналинчик хапнули. Даже спать уже не хочется. Здесь вот можно уже было и со спиннингом побросать. Ладно, сейчас местечко давай искать, где причалим. Так, что там, справа будем уходить? Давай прямо пройдем, интересно. То есть не слева? Не, а по центру ровно. Прямо-то? Так вот непонятно, надо порядок посередине ходить. Ну давай по левее тогда возьмем. Камень, да. Или коряга, потому что ты прав. Непонятно вообще, что это. Коряги какие-то. Надо местечко выбрать, чтобы не было этих, блин, борщевика дурацкого. Лог бы только небольшой, да? Ну да, что-нибудь интересненькое.